Всем привет, меня зовут Рос, вы на канале Midcore Show, мы с вами возвращаемся в Don't Knock Twice. Короче говоря, у нас осталось найти три предметика, и все будет чики-пуки. Так, где у нас был, у нас мне написали... что я кое-что забыл. Короче, нам надо на второй этаж, да, подняться. Во-вторых, на кухню мы... Ай, блин, капец. Мы отключили же там с вами эту... Как его? Газ. Хватит там биться всему. И, собственно, надо... Да, вот эту штуку можно теперь открыть. Тихо, открывайся. Вот так вот. О, и правда, да. Куда ты, блин? Эй! Она засчиталась мне? Ладно, фигня. Калинка моя. О. Топорик не бросай. Нам топорик еще пригодится. Может быть, надо фигануть почему-нибудь. О. Хватить. Кайфушечка такая-то, чё, подожди. Стой, фоточка. Так, передняя Джесса, маленькая Хлоя. Задняя... Верная записка поможет найти дух слуги. Так, а другие пропавший ребенок. Ой, секретный туалет, что ли? Мразь. Тихо. Да. Ну. А так. Где мой топор? Ага. Погоди. The Boogeyman. Ну ладно. Кто-то здесь развлекался. В секретном. Ой, привет. А, да, тебя можно фигануть, даже не брать. Я перепутал кнопку, фиганул по матрешке. Окей, ладненько так. Стой. Есть ты чё? Это чё? Это у нас... А, туалетная бумага, окей. Да, отвали ты. Верная записка поможет найти дух слуги. Ой. А, во. О. Хватить. Ну. Жух. Ожерелье. Погоди. Вот так вот, да? Ну-ка. Воу-воу. Что это? Так, стой, она потухла. Поэтому топорик возвращаем себе. Дичь какая, погоди. Как тебе считать-то, подожди. В фольклоре упоминается проклятие ее слуги. Тот, кто носит это ожерелье, будет выполнять приказы этого демона. Силы злой ведьмы ограничены на земле, поэтому она нуждается в помощи слуги или проклятой души. Сказано, что единственным способом для слуги демона этого обрести свободу является самоубийство или сотворение зла, чтобы кто-либо стал рабом вместо него. Охереть. Это у нас что? Ну, я про честь. Вон.
Не читаешь, так не читаешь. Сейф. Так, а цифры у нас какие-то были? Где-то. Уминчик. Так, ну-ка, давай. Это мы с вами куда вышли? Это мы с вами... Так. Метадон, таблет... А, в этом, в соке, в апельсиновом, да? Так. Так, ну окей, это значит, мы здесь с вами были, а чё это? Опа-на. Сейчас дверь захлопнется, конечно же. Ой-ой. Подожди, 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 сейчас скелетик оттуда вылезет какой-нибудь, соберется, нет? Мы сейчас будем воевать, подожди, как там драться? Вот так, я буду защищаться. Ни хера не страшно. Я тут пока черепушку разглядывал, там какая-то дичь. Подожди, мне это смыть надо или что? Почему? Что это? Ничего. О! Так, ты дыщ. А, передняя сторона. Помолвка Бена и Джессики. Кольцо. Задняя сторона. Пар раскрывает секрет. Пар. Пар раскрывает секрет воздуха. Пар. Горячий душ. Или тут? Ага. Пар раскрывает секрет. Нужна... Подожди, это холодная? Выруби эту. О, пар пошел. Эй, пароль! Видимо, от этого, от сейфа. Окей. Так, есть еще что-то полезное? 4862. Блин, господи, если меня сейчас напугает, я его забуду. 4862. 4862. 4862. Это точно оно? 4862. Бегом. 4862. 4862. Здрасте. 4862. Подожди. Нет, не стоит. Блин, как неудобно-то, а? Вот, 4. 8. Ни хера не вижу. 6. 2. Что за хера? Ой, блин, зараза. Да, кольцо. Топорик возьми, пожалуйста, быстрее, быстрее. Стой, стой, топорик возьми. Хорошо, кольцо есть. А, что у нас еще осталось? Тихо, 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 тихо. Вот, тут эту штучку мы видели. Да-да-да, давай, хопа, открывай. Открывай, блин, господи. Телефон. Ну, все готово, приходи уже. Думаю, оно идет за тобой. А, все, мы все нашли? А, стой, фигани ее, вот так вот. Убери. Все готово. Все готово. А как нам туда прийти? Так, тут мы с вами были. Думаю, она идет за тобой. Типа, мне надо поторапливаться? Все, она за нами следит. А, все, я помню, мы тут были. Да, тут вот окно. Сюда этот демон ушел. Нет, нам сюда не войти. По-моему, вот это вот мы... Да, все, хорошо. Мы сюда приходили. Так, свечки здесь все горят. Мать там стоит. 5 предметов, ништяк. Так. Ой, маленькая куколка. Надо сейчас досмотреть все внимательно. Все-таки, может быть, мы всех куколок сможем с вами найти. Так, давай. И что дальше будет?
Размах. Взмах, размах. А что нам делать? Куда прийти? Ой. Подожди, тут дверька была открытая. Нет? Топор возьми! Дверь все еще закрыта? Закрыта. Нужно постучать дважды, да? А, козлиная, смотрите, козлиная морда. Ну чё? А чё сзади? А сзади ничего. Это мы к этой ведьме, типа, сейчас постучимся в поту... Ну, ладно, видимо, так надо сделать. Я не знаю, есть тут другие альтернативные концовки? Вот она, дверь открылась. И вот мы с вами попали. Ой-ой-ой-ой-ой, ведьмино логово. Нихера себе. Ну-ка, давай посмотрим. Пойдем-ка. О, хорошо. Шибанем эту овцу. Че она тут наших детей, короче, это ворует? Ну-ка, пшел прочь. Где ты там, мразь? Я иду. Беги. Бегу. Бегу. Но я бегу не от тебя, а к тебе. Тварь. Давай. Клетки. Клетки, в которых сидят дети, да? Отвязать их можно? Вот так вот. Бум. Двигаться не могу. Эй. Это Хлоя. Ну и не так уж страшно. А, все, могу двигаться. Чё за дичь? Ой, свет. Чё за херня твоя? Подожди, куда Хлоя это делалась? Алло, а мне куда идти? Эй, я туда не могу. Это чё, файтинг с боссом или чё? Да ну, алло, я тут половину мест не могу пройти. Куда не могу. Ну-ка, вот эту вот штуку ты можешь подобрать? Не можешь. Потому что у тебя еще вот это есть. Чё мне сжечь? Чё сжечь-то надо, алло? Музыка, блин, пипец громкая какая, алле! Так, ну походу эта штука бесконечная. Так. Ну, предположим. Катись к черту. Такая проползает. О, смотрите, нас Хлоя зовет. Катись в ад, я говорю. Иди в жопу! Мы сейчас не успеем, да? Дверь захлопнется. Ну, конечно. Опа-на. Убей ее! В смысле, чем ее? Ой, топор. Нате! По рукам! Тварь, глюга мерзкая, на нахер! Ах ты, овца, на! На тебе, блин! Мразь, баба-яга, блин, а? Че устроила? Ну-ка, отвали! Отвали! Кто мечтал навалять? Ух ты ж! Кто мечтал навалять? What the... What the fuck? Ты будешь моей. Эй. Эй! Эй! Wallace Interactive. Да.
Ну чё, думайте сами, гадайте сами. Чё за фигня произошла, почему Хлоя мертва? Типа мы её завалили? Мы это поехали и завалили её, да? Или же мы работаем на эту ББ-игу? Или же Хлоя работает на эту ББ-игу? Или же кто работает на эту ББ-игу? Кто носил это жилье? Кому оно принадлежало? Почему Хлоя мертва? Как мы выбрались оттуда? Завалили ББ-игу? Окей, ладно, нас выкинуло оттуда. Мы выбрались с той реальности. Происходило ли все это на самом деле? Что творилось? Хер его знает. Ладненько, прошли мы очередной инди-хоррор. Don't knock twice, не стучи дважды. Сложно сказать, что про эту игру. В принципе, она, ну, получше, чем все вот эти вот стандартные. Она с интересными механиками. Ну, довольно так хорошо играется, бодренько, весело. Но концовочка, да, как в последнее время что-то часто меня расстраивают. Ну, не рассказывают, но, блин, типа, слишком сложно. Давай, типа, ты должен читать все, ты должен, короче, сам все эти логические штуки строить. Ну, господи, ну, что-то там построили, ну, что-то я не хочу, что-то мне лень. А, не, я не говорю, что из-за этого игра плохая, как бы, игра вообще вполне себе отличная. И, ну, фиг знает, единственное, что, сколько она, 300 или 400 рублей? Ну, завышенная цена для такой игры, конечно. Дороговатенько получается. А про распродажу, да, ее можно взять там рублей за 100. И, в принципе, вполне себе даже играбельно и интересненько. Но вот по сюжету, да, по сюжету как-то странно все происходит. Я не до конца понял всю историю. Возможно, не нашел все записки. И, опять же, зачем все эти матрешки нужны, непонятно. И есть ли здесь альтернативная концовка, тоже не ясно. Вот. И с этими вопросами мы заканчиваем. С вами Белорос на канале Мидкуршова. Игра Don't Knock Twice. Не стучи дважды. Инди-хоррорюшечка. Прошли мы ее за 3 серии. Ну, короче, да, она за час 30 где-то проходится. Мы с вами там, если считать отупление, и все. Ну, часть 30, да, короче. Вот. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, комментируйте, вступайте в сообщество ВКонтакте. Ссылочки в описании под этим видео. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока.